Спокойно, спокойно. Задачка. Мы еще не все решили задачу. Причем, что не задачка, то какая-то гадость. Это вот с запада пошла мода на чернуху, депрессуху. Задачка по математике. Три мухи. Ну, уже гадость. В полдень сели, три мухи. На секундную, минутную, часовую стрелку часов. И поехали на нее. Ну, дети ж дебилами выросли. Это о покемоне вы не молодежи происходит. Когда какая-то стрелка обгоняла другую, вот правильно вы говорите, какие вы его у нашего человека спрашивают, а как они, когда вот. О, а эти не понимают. Когда какая-то стрелка обгоняла другую, сидящие, отвечаю вас, на этих стрелках мухи менялись местами. Вот так вот. Вот на этого ответа вы не додумали. И если секундная стрелка обгоняла часовую, минутно, одновременно, местами менялись только мухи с минутной часовой. Вопрос! Сколько кругов проехала каждая муха до полуночи? Ха-ха. Я уже полгода не могу решить эту задачу. Я хотел эксперимент поставить даже, но мухи не садятся добровольно на часовые стрелки. Я пытался их приклеивать, но они не меняются местами тогда. В общем, затык полный. Задачка! В диване живут клопы и блохи. Фу! Опять гадость! В советское время не могло быть такой задачи. Боря лежит на диване и рассуждает. Редкий дебил. Тут блохи, а он рассуждает. Если блох там станет в 2012 году три раза больше, а там клопов столько, как в 2015, в каком году количество блохов и клопов сравняется? Нормально? Боря, к этому году тебя сожрут, как это могло бы сломать, если ты там лежать будешь. Я не знаю, что с вами сейчас будет. Задача. Учебник математики, 5 класс, автор Зубарев Маркович. Проезжая мимо поста ГИБДД, на автомобиле опал. Со скоростью 120. Серьезно, давайте. Владелец автомобиля АК не остановился по сигналу сотрудника инспекции. Не остановился. Лихач такой. Видели лихачей на Оке? Вы бешеный в шоке. Гениальная реакция. Уже через 10 минут возмущенный инспектор. Тормозня редко этот инспектор. Видимо, из Эстонии. Погнался за окой на мотоцикле БМВ, разбил скорость 240 км в час. Вообще, я бы хотел на эту картинку посмотреть, на БМВ за окой. Дальше, опять, как тот же Задорнов, который всем с этим надоел, но все-таки послушайте, наберите воздух. И не заметил, как обогнал руки. Через 10 минут понял и повернул. Значит, надо вычислить, когда они встретятся.